Раньше не было такого комитета, как Роскомнадзор. И мы не знали, что такое хорошо, а что такое плохо. Но с появлением данного комитета жизнь в нашей стране стала намного лучше, а главное – веселее. Итак, на заседании Роскомнадзора. Так, хватит ржать! Надо делом заниматься. Все, начинаем собрание. Я предлагаю запретить Стаса Костюшкина. В его песнях присутствует пропаганда гомосексуализма. Где? Ну, он поет нормально, с ориентацией. Подождите, это же Стас Костюшкин. Хрен его знает, что для него нормальная ориентация. Согласен. Ну а скриптонит? А что скриптонит? А вы послушайте. Я не понимаю, что он поет. А может быть, он меня там дураком называет? Согласен. Так, ладно, давайте отставим музыку, перейдем к телевидению. Тем более там реальные проблемы. Я предлагаю закрыть поле чудес. За что? За разжигание межнациональной розни. Чего? Ну а вы сами посмотрите. Буква К. Нет, не надо. К, Константин. Константин, откройте. Согласен, давно пора. У меня тоже есть предложение. В общем, я считаю, что во всех зарубежных фильмах, помимо нашей русской озвучки, должны быть русские саундтреки. Внимание на экран, давайте посмотрим. Бродячие артисты, и дороги день за днем, и фургончик мой чистом, это наш привычный дом. Мой братан Тигр, 24 на 7 Тигр, знает всегда свою цель Тигр, каждый день только наверх. Тигр, Тигр. Свободные споры, последнее дело, когда больше нечего пить. Но поезд идет, бутыль опустела, и тянет поговорить. Вы против музыки не возражаете? Я календарь переверну, и снова третью. Друзья, зачем мы показали этот номер? Знаете, вот Роскомнадзор, он как батя, который прячет от тебя ту самую кассету. Прячь, не прячь, а все равно посмотришь. Сборная МКАО, спасибо!